Так. Лан. А, ты опять запустилась само по себе. Кто ну тебя? как там с деньгами? Решил. Спасибо. Здорово, братик. Это хорошо. Mild, violenza, language, in-game, pursharis, includes, random items, users, interact, teen, srb. Я буду все зачитывать, мне нужно тянуть время, чтобы не играть в это говно. Так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я буду все озвучивать. Это видео, чем дольше я буду звук регулировать, чем дольше я его затяну, тем меньше буду играть в кал. Создавать уникальный внешний вид создавать своей техники уникальный. из различных 2D элементов. Вот это уникальный 2D элемент, если что. Это называется ангар, это танк. Вот, и мы здесь прикручиваем ему камуфляж. Это интересно. Это интересно, и можно... это действительно интересно. С этим вообще не поспоришь. Если говорить серьезно, без иронии, крутить танки в ангаре и обешивать их камуфляжами это в разы интереснее, чем играть в этот маргинальный кал еще дальше. Теперь вы можете дополнить образ. Ух ты, вот это мы дополнили образ колонкой. И они спалили то, что будет в новогодних коробках. Вот так они сделали, молодцы. С трехмерными объектами. Трехмерные объекты. Гитара, пожалуйста, с огнеметом. Получается, Рихард Круспи лично будет стоять на башне и играть. Вот, хэви металл. Жестко. 3D объекты это но хэви металл. Но сюда они, конечно же, точек опять не добавили. Видите, быдло опять за меня решает. Почему нельзя добавить вот тут еще по точке и больше обвесов? Какой смысл в этой кастомизации, если ты можешь прикрутить раз, два, три, четыре, пять? Пять объектов всего лишь. Всего лишь пять ебаных объектов. Пять. Почему я не могу сделать больше? Элементы внешнего вида. Вот так. Они устанавливаются в специальные слоты. Что... Так, смотрим. Пулемет вроде бы. Ну, это типа фонарь, прибор ночного видения. Труба, ящики, причем точно такие же, как здесь. Ну да. Гитара, хэви металл, колонка, барабанная установка, прожектор. Не знаю, похоже на мотоцикл в мангале. Это, видимо, дальномер или что-то типа того, не шарю. Это... Добавить машине больше интересных деталей. Давай добавим. С... Вот это жестко. Ими ваши танки обретут истинную индивидуальность. Истинную индивидуальность? Ух ты, круто. А может точек побольше мы все-таки добавим? Вот, и тогда вот почему бы на башне не добавить 4 точки? Здесь, здесь, здесь и здесь, да, то есть система. Индивидуальность. Вау, круто. Ух ты, Объект. вот это очень индивидуально получилось, но правда нихуя не видно. Это сочетается с любой 2D кастомизацией. Круто. Стилями, красками, декалями и надписями, чтобы вы могли создать уникальный образ. Экспериментируйте, однако помните, что они не устанавливаются на готовые 3 d стиль А, не, не устанавливают. У трехмерных объектов есть система редкости, которая... Система редкости, легендарная, ага а это эпическая, а это, ну, как бы сносная. А почему опять вот здесь типа всем, вот типа не расстраивайся, танкисы, это тоже неплохо. Короче, если это вся кастомизация, которая будет на релизе, это просто говно из жопы. Без шуток, я надеялся, что будет минимум 100-150 объектов. И их будет сыпать из коробок. Многие скажут, она а, хуя. Потому что чем больше объектов, тем больше их выпадет, э, тем дольше ты сможешь сидеть в ангаре и обмазывать танки, вместо того, чтобы играть в это говно для зэков, понимаете? И да, это в натуре мотоцикл в мангале поможет вам различать их степени ценности. Сейчас они делятся на редкие, mm -hmm. эпические mm -hmm. и легендарные. У 3D-объектов любой категории уникальный внешний вид, а легендарные дополнительно порадуют вас анимированными или звуковыми эффектами. Да пососи ты дуло, вонючка европейская. Наша игра, крутящийся лючок, как добавит 279-му через два месяца, ты, ты подстилка госдеповская. Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненавижу. Дайте мне, пожалуйста, гвоздей китайский, молоток китайский. Я этот айфон iPhone... к стене прибью. Ненавижу тебя, ненавижу. Фу. Некоторые из них активируются в начале боя, а другие в определенных условиях. К примеру, при выстреле или уничтожении. Вот так ты выстрелила, гитара дала залп. Вот так. Круто. Ника. Объекты размещаются в специально отведенных для этого слотах, которые в свою очередь делятся на универсальные и специальные под объекты конкретного вида. Да. Как правило, специальные размещены на башне и маске орудия. Да. Слоты есть не у всех машин, но количество техники со слотами будет постепенно увеличиваться. Будет и будет. Актуальный список можно увидеть прямо в игре. Круто. 3D-объекты могут входить в состав наборов, объединенных общей стилистикой. Общая стилистика, ну понятно. Так вам будет проще украсить машину в единой тематике. <связать> ну и зачем мне украшать, ты дебилоид, машину в единой тематике, если мы говорим об индивидуальности? Надо приходить гитару, а потом там гармошку, вот, чтобы стиль не совпадал. Впрочем, вы всегда можете установить объекты из разных наборов, вот чтобы молодец. техника приобрела неповторимый вид и характер. 3D-объекты можно будет получить в различных игровых событиях, ну, например, боевой пропуск, коллаборации и, конечно же, коробки. Кто бы сомневался. И активностях поэтому следите за новостями собирайте наборы объектов сочетайте их с 2D кастомизации и создавайте уникальные образы ух ты видал паблус что пососал тундровод видал миниган все вот видео закончилось насколько получилось минут на 5 получилось растянуть я надеюсь что да я надеюсь что получилось да. Ну что, пришло время ехать в бой.